Самый опасный кадр. Мужчину ударила молния прямо в тот момент, когда он снимал ее на камеру. Давайте посмотрим. Holy f***, man! Jesus Christ! Теперь мы знаем, как выглядит молния, можно сказать, изнутри. Мужчина ехал в машине во время бури. Мощные молнии настолько его впечатлили, что он решил снять их на телефон. На записи видно, как камера снимает из окна автомобиля. Но в последний момент вспышка уже видна в самой машине. На этом запись обрывается. Выжил ли мужчина, неизвестно. Впрочем, если это видео попало в сеть, скорее всего, ему просто повезло.